Алло. Ну, будем смотреть, не знаю. Если что-то будет, уже вообще невозможно. Будем. Белгород, говорят, уезжает массово. Все, кто могут, говорят, что люди уезжают. Ну, кто побогаче, наверное, кому есть куда ехать, может, едут люди. Пока не видят, где прутся, Саша. Тут страшно, что у нас делается вообще. Я не знаю. Грай, Юля вот зашла, Юля зашла. Говорит, Грайворон эвакуирует в Ракитное. Грайворон эвакуирует, понятно? Да. Так они дают и дают, Саша. Они дают и дают, не прекращают, представляешь? Там и собираются посылать еще и литовцев. Нашей техники нагнали очень много на Грайворон. Нашей техники, вот Юля говорит, нагнали на Грайворон много очень. Понятно. Ну, мобилизация 100% будет. Мобилизация, уже тут говорили с военкомата, люди говорят, мобилизация будет. Понятно. Ну, может, немножко наберут людей, чтобы помочь вам закончить это все, Саша. А что же делать? Глянь, то 200, это то 300, а кому воевать? Может, возьмут там, кто в Чечне был, кто еще каких-то.